Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин охуевания? Игры по ценам самым лучшим. Не веришь? Да погоди. Послушай. Лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тетя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это все похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки, скидоны, игрухи. Все это здесь. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на серию по игрушке CarX Drift Online, что-то там. Ну, короче, CarX, проще говоря. Игра вышла не так давно, и, в принципе, я так посмотрел парочку роликов на Ютубе и понял, что это наш конек, друзья. Я, ну, просто обязан в нее поиграть, поэтому я ее купил. Только что, как вы видите, взял Жигу, первую тачку. Потихонечку пока что, ну, разбираюсь, да, так я понял, здесь у нас 5 классов автомобилей. Собственно, естественно, сначала у нас первый класс, я из них взял из всех этих тачек Жигу. Тут еще тачки, видите, не лицензированные, но мы все понимаем, что это Mazda MX-5, это у нас AE86, Toyota, этот, Truena, Хачироку, ну, в принципе, я понял, все, окей. Жига пятерка, это типа Лаурель, походу, или что-то, может быть, я ошибаюсь. Или типа 32-й ска... Нет, ну, блядь, морда, конечно. Ну, короче, неважно. Вот, и мы также тут видим с вами, что все машины, в принципе, узнаются, просто называются они по-другому. Интересно, ну ладно. Также у нас есть тюнинг. Мы можем красить... Нихуя себе. Сейчас бы за 12 тысяч покрасить машину, когда машина стоит 8. Я понял. Так, потом можно будет красить диски, тонировку, цвет дыма. Ну, понятно. Также есть... Не-не-не-не, тихо, ничего не надо. Настройка, это, собственно, тюнинг именно в уже машины по технической части. Начинается с Turbo, Racing, Drift, Ultimate и так далее. Ну, как бы тут все понятно. И, кстати, тюнинг стоит относительно недорого по сравнению с той же покраской. Ну, ладно. Да-да-да, мне нужно 1200, я понял. Так, короче... Давайте приступим. Значит, у нас вообще игра похожа на самом деле на какую-то мобильную игру, но может быть это только пока что. Я еще честно не выезжал даже. Есть сетевая игра, естественно, потому что даже в названии есть слово онлайн. А есть на время. Ну, я так понимаю, что здесь основное это дрифт. И, собственно, также мы будем открывать, видимо, трассы. Ну, что, попробуем? Сначала попробуем на клаве. Я надеюсь, что... Я точнее не знаю даже, как здесь вообще на клаве или... Ля-ля-ля-ля-ля... Как вообще здесь удобнее будет, на клаве или на... А, вот, все, продолжить. Так, добро пожаловать в режим дрифт. Твоя задача заработать как можно больше дрифт-очков за один круг. Да, изи. Главное же понять сейчас здесь физику всю, потому что я еще не пробовал. Итак, ну, сейчас нам будет управление тачкой, я так понимаю, и... Так, ручник. А, ну, в принципе, слушайте. Ну, я даже не знаю, попробовать можно и на... Джойстики, ну, такое, знаете, управление на самом деле довольно-таки простое. Ну, почему дрифт сорван-то? Я просто немножечко выпрямился, а так все нормально. Все понятно, физика прикольная. Не знаю даже, что она мне напоминает, честно говоря. Мощности маловато, понятное дело, но у нас жига типа стоковая. Вот я выпрямился, да, сразу дрифт срывается. Ну, блин, на такой мощности сложно держаться прям-таки. О, блин, мне не нравится, кстати, физика, друзья. Я не знаю, чем, что она может напоминать. Скорее всего, ничего. То есть это надо попробовать. В принципе, игра, кстати, недорогая, по-моему, 300 рублей стоит в Стиме. Или 390, что-то такое. Ну, в принципе, никак, знаете, 1500 и так далее. Так. То есть, знаете, только мне что непонятно. Почему у нас, если комбо срывается, да? Комбо дрифта, то как, почему оно срывается от того, что машина выпрямляется? То есть мы должны вообще в одном заносе ехать? То есть если комбо идет, то оно идет до конца или как? Просто обычно как в играх, там, комбо срывается при повреждениях, допустим, ну, когда врезаешься куда-то или еще что-то такое. Но здесь как-то пока я это не понял. Так, слушайте, можно по приколу на самом деле присоединить джойстик и попробовать на нем. Давайте я сейчас прям это сделаю. Я получил... О-о-о, не-не-не-не. Никакой бронзы, друзья, никакой бронзы. Мы должны это... Джойстик вообще, точнее, геймпад поддерживается здесь, ну-ка. Прям на золото сразу. Друзья, если вы хотите продолжение, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, комментируйте, потому что это... Я с радостью буду играть, это прям вот по моей профессии, дрифт мы все любим, поэтому я только за проходить, снимать и так далее. Так, ну что, сейчас попробуем на геймпаде, привыкнем к игре и потом будем раздавать. Можно, кстати, еще звук сделать погромче. Блять, я все время...
забываю нажать. А, на сейчас. Звук. Просто тут убавил слишком сильно. Вот, нет, это громко. Сейчас это просто, видите, первый раз запустил, такое бывает. Давайте 33 поставим, мне кажется. О. Ребят, пишите, в общем-то, громко, не громко. Так, джойстик работает, геймпад, точнее. Работает. Но, блин, мне на клаве легче, по-моему. О, не-не-не. Не-не-не-не, ребят, я. Что-то она вообще не. Что? Она прямо едет. Подождите, ну-ка беру клавиатуру в руки. Не, ребят, походу, либо она под геймпад не настроена, либо я дебил, но, по-моему, здесь надо на клаве дрифтить. Поехали. Все, значит, я примерно понял, нужна скорость. Мощности пока особо не хватает, но тем не менее. Так. Я ничего не делаю! Алло, клавиатура! Ты что тупишь? Я выключил геймпад, у меня теперь клава не работает. Что? Что происходит вообще? Сейчас, подождите. Надеюсь, сейчас будет работать. О, все, все, наконец-то. Так, все, поехали, друзья. Будем пробовать. Значит, понятное дело, что за счет того, что я. Ух, блять, так. Фигарю. А, то есть у нас просто чисто конкретно сейчас идет заработок очков. Да, вот видите, они набираются быстрее за счет того, что комбо. Все, я понял. Все. Я понял, как это работает. Но то сначала просто я не понял по этим комбо. Мне кажется, кстати, здесь еще, возможно, надо в ручной коробке кататься. А может быть, я ошибаюсь. И нам дан, видите, этот уровень. Сколько машина может быть выпрямлена. Все, все, я понял. Я понял систему. Блин, мощности вообще очень мало. Крайне мало, ребят. Здесь нужно больше мощности, но нам ее не хватает. Еще коробка очень тупит. Блять, пиздец. Слушайте, игра-то хардкорная, между прочим. Давайте попробую все-таки нормально проехать. Что получится, то и получится, но надо хотя бы на серебро проехать. Так, все. Давайте. Еще тут вид, походу, меняется. Надо, естественно, будет потом в онлайне погонять. Так, первый дрифт сюда, перекладочка сюда. И сразу сюда. Давай, давай, тяни! Тяни, сука, то третий давай, ебаш! Фух. Так. Не, надо срочно, мне кажется, на ручке кататься, ребят. Вы, конечно, если напишите еще какие-то советы, те, кто играет подольше в эту игру... Вы очень сильно мне поможете, я надеюсь. Вот. Вот оно пошло. Блин, ну какая четвертая? Третья? Давай, третью. На четвертой она не едет, это жига, алло. Здесь нужна, нужна третья в таких поворотах. Алло, третью врубай, дурак, блядь. Сука, включи ты третью передачу, ёбаный болван, блядь. Что же меня заводило такой? Ой, блядь. По-моему, здесь не я виноват, что такой хуёвый дрифт, а из-за того, что надо срочно в ручку уходить. На ручке, я не знаю, на клаве, на ручке дрифтить в игре, это, конечно, такое занятие, но тем не менее. Так, друзья, тем временем, кстати говоря, серебро у нас в кармане, но до золота я не дойду всяко. Здесь надо вообще идеально идти. Вот, да, да, вот сейчас четвертую, на четвертой машина не едет, что вообще, блядь, тихо. Тихо, 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 все нормально. Ну-ка, кстати, вид из салона есть? Ох, да ладно, из салона? 300 км в час на жиге, спидометр? Вы что, вообще там курили? Какой вообще этот? Зачем такой спидометр на жиге, алло? Что? Так, ладно, похуй. Короче, на серебро, друзья, надрифтили. Пускай. Нужен срочно тюнинг. Итак, сколько мы выиграли? А, нихуя себе. Неплохо, между прочим, так-то. Сразу поднять бабки. Так, можем сразу тюнингануть, но не внешку, конечно, а... А сколько стоит ультимейт? Ну-ка, подождите. А как поставить-то вообще? А, он вообще недоступен, да? Дрифт доступен. Блин, а так-то знаете, я ничего не хочу говорить, но... Мне кажется, что я это не зря сделал. Потому что сейчас машина поедет совсем по-другому. Она сейчас поедет просто вообще очень даже по-другому. Трассу открывать тоже за бабки. Так. Угу. 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 То есть за первое место мы 2000, плюс еще... Ух. Вот. Вот сейчас, ребят, я, конечно, не подстрекатель, но... Пристегните ваши ремни. Так, сейчас я привыкну к ней. Ёпта мать, она очень... Ё-моё. Вот, вот, вот это уже... Вот это уже интересно, ребят. Одну гоночку, кстати, проехал, и уже можно насладить... Фига у нее выворот! Ё-моё, на пятый тянет. Офигеть, просто. Блин, охуенная игра, кстати, на самом деле.
Здесь нужно использовать ручник сразу. Дам подсказку для тех, кто будет начинать играть. Так. Ребят, в одном дрифте. Кстати, не знаю, насколько я плох или хорош. Пока что. Потому что я особо не знаю, как здесь. Легко всем дрифтиться или нет. Но привык к игре довольно быстро. Нифига тут. Причем тут может развернуть. Вы, может быть, сейчас подумаете, что здесь машина сама идет боком. Но нет, ее надо удерживать, чтобы был и угол. И чтобы был этот самый. Чтобы ее не развернуло. Как бы, ну вы понимаете, да, насколько больше я сразу очков набрал, чем нужно на золото. То есть стоковая тачка вообще не валит. Поэтому, походу, это был довольно героический поступок, что я... Офигеть. Просто... 6500 практически, нормально. Слушайте, очень даже годно. Ё-моё, 10 тысяч кредитов поднял. Так, стоп, хорошо. Знаете, что мне тогда непонятно еще немножечко? Мне непонятно, как, например... Как, например... Так, мы можем... Как второй класс, например, открыть? 5. Что такое 5? А, левел! Все, дошло. Тут есть левел. Угу. Ага. Слушайте, ребят. Ну, так тогда все понятно, что я могу сказать. Тогда все нам понятно. Так, хорошо. Возвращаем Жигу. Другую тачку, я не знаю, есть смысл покупать в первом классе или нет. Мы можем ее немножко... Так, настройку. Мы можем трассу, наверное, открыть. Проще найти бабки. Надо перекрасить Жигу, на самом деле. Блин, белая тоже прикольно. Серебристая классно, кстати, выглядит. Синяя, красная. Красная Жигу, может, делаем? Давайте красная. Что-то она прикольно смотрится. Похуй, даже 5000 потрачу. И сейчас быстренько заработаем еще в дрифте бабок. Так, дрифт. Откроем здесь трассу. Да-да-да, открыть. Все. Так, ребят. Тут надо тоже 3200 очков. 2000 кредитов получим. Поехали. Ух, какой металлик такой красный. Блин, игра красивая. Прикольная здесь физика. Мне вообще все... Машина. Это не я, ребят. Она опять... Это, походу, из-за того, что я один... Я сейчас ничего не жму. Понял. Вопрос исчерпан. Все. Это, видимо, из-за того, что я один раз джойстик подключил, игра с ума сошла немножечко. Ну ладно, бывает. Так. Поехали. Давай, детка. Сейчас мы покажем настоящий дрифт. Все. Все в моем контроле. Так, очки пошли. Опять эта же трасса, кстати, только другая конфиг. А, в другую сторону, да? Да, в другую сторону. Все, я понял. Все, пошли. Сразу уходим здесь. Уходим, уходим, уходим. Хорош. Так, тянем, тянем. Перекладка. Сюда. Потом сюда. Так, она как-то, конечно, не особо хочет перекладываться иногда, но... Блин, и причем у нас тюнинг, это дрифт, а есть ультимейт. Она в ультимейт, походу, еще пизже поедет. Так, тихо-тихо-тихо. Давай угла, 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 угла. О, прям пойдем полностью. Прям полностью идем. Давай-давай-давай-давай. Просто мощность вытягивает. Вы смотрите. Офигеть. Так, тихо-тихо-тихо, главное не вылетит. Отлично, сбавили газку. Так, здесь прямая, но нам выпрямляться нельзя. Делаем вот такую хуйнюшку. Так, здесь сделаем вот такую. Чуть не сорвал, прям напердели, на пределе. Видели, да, было? Так, ух! Да ладно, ну как так? Черт, угла переизбыток угла совершил, ну ладно. О, да, ребят, слушайте, я прям могу позалипать долго в эту игру, мне кажется. И много чего интересного здесь позаписывать. Так, перекладочка. Здесь, в принципе, можно... Я просто проверяю, как ее можно протянуть. Да, можно. Ну, так, это опасно, конечно. Но все равно, ладно, все равно золото есть. Могли больше намного. Покраска спиц. Ага. Заебись. Что-то открыли. Гараж. Ну-ка. Так, тюнинг. Во, покраска спиц. Как это выглядит, простите меня? Покраска спиц. Подождите, мы можем... А, ага. Ну, как хитро сделано. Че, ребят, сделаем сильную Жигу? На самом деле можно сделать вот так. Ёпа, народ. Вот это зло. Вот это зло, друзья. Оно выглядит примерно так. Все, вообще, прям вот сосочная Жига. Прям сосочная Жига, я вам отвечаю. Так, ну чё, ультимейт на 11 уровне. Рейсинг у нас откроется, но это чисто для прямых. Можно посмотреть, конечно, гонка, как выглядит, да, допустим, на время. Ну, не знаю, давайте попробуем. Мне даже интересно. То есть машина сейчас, по идее, не будет дрифтить. Добро пожаловать в режим на время, 21 за минимальное время. Так, и тоже нам деньги дадут, да? Поехали, попробуем. Так. Интересно, конечно, это все, но... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, это не дрифт, это...
Нам штраф дали за срез. Тихо. Нам приходится в дрифте, вы понимаете, да? То есть мы можем открыть рейсинг, чтобы машина, видимо, устойчивее была, и мы уже именно конкретно гоняли в гонках. Но даже здесь, блядь, я должен проходить все в дрифте. Конечно, угол я уже не такой держу и пытаюсь лишний раз выпрямиться, но у меня это с трудом получается, как вы видите. Но с другой стороны, в принципе, 56 секунд требуемое время. Ну это, конечно, пиздец. Нет, только в рейсинге я так проеду. Но здесь хотя бы на этот, на серебро попробовать, я не знаю. Плюс у нас еще штраф на 2 секунды. Я чисто попробовать же должен. Так. Ну да, золота у нас нет. Хотя, в принципе, ну, если бы не штраф, если бы я не вылетел, то я бы даже, кстати говоря, проехал на серебро. Ой, на золото, может быть. Так, впритык на серебро. Всего 1000? Да ну нахер эти гонки, блядь, по кольцу. Я лучше, блин, подрифчу. В сетевую игру пока не пойдем. Давайте дрифт. Так. Мне на самом деле... Я даже не знаю. Да можно и в обратную сторону или туда. Даже не знаю, какая лучше. Давайте, наверное, пофиг, в обратную подрифтим. Так, прям 4875 мой рекорд, друзья. Сейчас прямо его побьем. Давайте, 6000, изи. Поехали. Почему дрифт не считается с самого начала? Алло, что за бред-то? Так, пошло добро. Пошло. Давай. Хорошо. Вы сюда. Еще сюда пошла, пошла. Все. Дуга. Ля-ля-ля-ля. Так, скорость у нас выше. Сейчас перекладочку будем делать. Отлично. Правда, немножко выпрямился, но... В принципе, в целом, так, идем. Всяко быстрее прохожу, чем в прошлый раз, хотя это особо не важно. Да и очков я наберу больше, чем в прошлый раз, потому что... Блин, вот тут вот не хватает мощности зайти до конца. Что-то я вспомнил, как стоковая ехала жига, мне аж плохо стало, потому что она... Блять! Да что же это за поворот проклятый такой, вы понимаете? Меня здесь что-то лажаю постоянно, я не знаю, второй раз уже. Как так-то? Что-то с ним не так, с этим поворотом. Второй раз косяк у меня такой. Ну ладно. Но попробуем все равно рекорд побить. Я не помню, сколько там? 4 с чем-то, да, 1000? Так. И, по-моему, я не побил рекорд. Давайте еще разок проедем. Так, вот это бабки. Вот это нормальные бабки. Давайте заново сразу еще. Так, все, вот сейчас я должен в идеале пройти все полностью в одном дрифте. Это все-таки не стоковая жига, и мы должны показать настоящий класс. Так. Вот тут вот не считается дрифт почему-то. Это, конечно, обломный момент. Ну ладно. Так, я извиняюсь за звуки сторонние. Так. Тихо. Все, пошли. Дуга идет. Ля-ля-ля-ля. Так. Оп. Сюда. Все, пошло. Здесь вообще огромная дуга. Главное там напоследочек не налажать. Так, хорошо. Я не понимаю, что со мной не так. Нет, я просто не понимаю, почему я так косячу в какие-то непонятные ситуации. Хотя тут все изи. Все. Так, значит, сразу не начинаю дрифтить, потому что тут все равно не засчитывается. Поэтому я просто начинаю сразу. Вот, все равно как-то не сразу, но... Может быть, вот так попробовать? Сейчас бы... То самое ощущение, когда хотел просто сделать что-то топовое, но, блядь, получилось просто говно какое-то. Так, все-таки... Все-таки, друзья, я должен это сделать. Так, мы сейчас знаете, как используем первый этот поворот, который не считается? Я знаю, как мы его используем. Мы используем его как фоторежим. Ну, можно убрать этот, как бы, нет? Пиздец. Я все понимаю, ну, ебаный в рот. Призрак ебаный. Блять, курсор, ребят, я извиняюсь, я его не могу убрать. То самое неловкое чувство, когда не можешь убрать курсор. Так, можешь этот... Призрак. Может, он отключается где-то, кстати говоря? Он, наверное, здесь отключается же. Зеркало пока... Вот он, пидор. Все испортил мне этот призрак ебаный. Так, так. Вот это стиль, ебана. Вот это нормально. Так, что, плюс-минус там что-то как-то можно... Логотип, что? А, куда логотип поместить? Да похуй, куда логотип мне. А-ля-ля-ля. Дрифчу я, бля. Вот это стиль, нахуй. Блин, слушайте, вот это нормальная, да, тема? Прямо они постарались, я могу сказать, хорошо. Я, правда, хуй... А, скриншот. Секси. Секси, друзья. А мы продолжаем. Так, все. Ля-л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 я.
Оп. И сюда перекладочка. И пошло дело. Пошло добро. Давай, 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 давай. Текс. Вот это угол. Вот это угол, кстати говоря. Причем на пределе, реально. Прям на пределе я фигарил. Так, здесь попробуем зайти. Сейчас, что тут пробовать-то? Мы заходим, в принципе, так. Так, здесь надо как-то... О! Как-то с трудом переложился. Тихо, 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 не упрямляйся. Не упрямляйся ни в коем разе. Что же... Да что ты... Блядь, почти выпрямился. Тихо. Так. О, сюда. Вот этот ебучий поворот, на котором что-то идет не то. Но вот сейчас вроде... Наконец-то, ребят, наконец-то. Блять, я прошел этот сраный поворот. Блять, что-то меня косоебит под конец гонки, реально я вам отвечаю, видите? Как-то нестабильно иду. Так. Так, 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 так. И здесь, оп. Можно было нафармить еще, но я немножко облажался, ну ладно. Одмен, нихуя себе. Так. Фух. Че по левлу? Пятый левел. По-моему, на пятом левле что-то открывается. Ха-ха! Ребята, я, конечно, ничего не хочу говорить, но... Хм. Блин, понятное дело, что хочется взять 180SX, но я думаю, что мы с вами... Короче, пишите в комментариях, ребят. Брать какие-то тачки, которые, по сути, должны быть дрифтовыми, или, может быть, читерскими, или брать тачки, которые мне по приколу. Я бы вольвешник взял этот, это пиздец. Или... Ну, или не вольвешник. Ну, вольвешник вообще можно. Бля, короче, ребят, будет жесть. Все. Главное, ребят, ставьте. Давайте вот 10 000 лайков. Игра реально того стоит. Мне кажется, многим понравится. Я буду ее записывать довольно часто, ребят. Поэтому с вас лайк, подписочка, если вы еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. А также комментируйте, да. До новых встреч. Пока-пока, ребят.